Что ты делаешь? Выпусти! Прости, Мэг, но я пока не могу позволить тебе вернуться домой. Я стал слишком популярным. Чего ты стоишь? А что? Я дважды шлепнул по фургону. Да, что это было? Я думал, что-то влетело в фургон. Нет, это типа универсальный сигнал для двигай. Я о таком никогда не слышал, а я вожу фургон всю жизнь. И как же ты понимаешь, что пора ехать? Когда кто-то кричит «ну все» или «готово», иногда просто «давай». Ну ладно, давай, можешь ехать. Хорошо. Ты что творишь? Извини, меня отвлекло это шлепание по фургону.